Всем привет! Не думала даже, что сегодня встречусь с вами. Такая встреча у меня получилась не совсем запланированная. Вообще готовила совершенно другое видео для того, чтобы смонтировать его и выложить. А получила сегодня посылочку из индийского сайта. Хочу вместе с вами ее сейчас открыть непременно. Вот. Но перед тем, как непременно открыть, мне нужно сделать доченьке смузи. И думаю, почему бы мне вам тогда не показать, какой я классный смузи делаю. Берете блендер, ничего сложного. Берете блендер, берете одно какое-нибудь вкусное яблоко, очищаете его от всего. Берете вот так вот два киви, тоже очищаете его. Берете несколько ягодок винограда. И два апельсина. Наливайте сюда воду. Ну, где-то получается нашу бутылку айхербовской воды вы сюда наливаете. Так. Насыпайте ложку. Как я сегодня расточительно раскидываю все вокруг. Ложку коллагена с кокосовыми сливками. Это единственное, куда я могу его применять. Везде в других местах он мне никак не применяется. А сюда он очень хорошо подходит. Он делает это смузи еще полезным, еще полезнее и питательнее. Ну и к тому же, например, если сегодня вы не ели никакого бульона наваристого, то свою норму коллагена вы же должны как-то получить. Вот я свою норму коллагена сейчас получу благодаря вот такой форме. На паузу не могу, к сожалению, нажать, потому что это видео сразу снимаю в YouTube без монтажа, потому что там у меня сейчас другое видео корректируется. Очень вкусно. Вот этот вот кокосовый коллаген, точнее коллаген с кокосовыми сливками, прямо такую нежность и мягкость. Сюда добавляет сама напилась. Перелизочку пойду отнесу еще.
Сейчас прям 5 секунд меня не будет. Дико извиняюсь за сегодняшнюю такую форму снятия видео. Но по-другому у меня сегодня не получится. Я думаю, вы меня простите. На этот раз уже гораздо быстрее пришла посылка. Обычно я месяц жду ее оттуда. А тут она за полмесяца пришла. Запакована, конечно, по-серьезному уже все. Тут я только пол видео буду сейчас распаковывать. Все, что заказала. Я, кстати, благодаря капсулам, которые заказала, сойчу. Так классно упаковала амлу, упаковала ашваганду и упаковала гвоздику. Сейчас я вам покажу, как я сделала. Мама дорогая, какая вам штука. Да. Как-то не открыть. Решила я с индийского сайта, вы же знаете, какая любительница меда. Вот откуда, из Индии я еще мед не заказывала. Вот я вам покажу, как я упаковала гвоздику. Вот видите, вот в капсулы. Я купила отдельно капсулы, у меня была гвоздика, и я ее упаковала, вот эти капсулы, такая у меня была гвоздика, ну она и сейчас есть, упаковала в эти капсулы, и теперь принимаю каждый день. До этого я употребляла подуарку, но я ее уже употребляю давно, хочу сделать перерыв, и подуарку хочу заменить гвоздикой. Вот, и вот такие вот капсулы я здесь упаковала. Порошок амлы тоже. Если как бы ашваганду у меня получается пить, растворять, то амлу не очень получается, поэтому я ее тоже упаковала. Это отличный источник витамина С, который нам нужно употреблять каждый день. Поэтому мне вот в такой форме гораздо удобнее ее употреблять, чем то, как она была у меня до этого сделана. Она точно так же приходила вот такой упаковки, кстати, о птичках. Вообще, я заказывала марингу. Это маринга. И я именно ее хотела заказать такую, чтобы она была... Вот сейчас я уже вижу, что это... Ну, как это называется? Тоже перетертая какая-то пудра. А я вообще хотела, чтобы это было у меня в качестве чая. Короче, чувствуется, не зря я заказала 500 капсул. Сейчас я вам покажу. Они мне
Может быть, где-то здесь рядышком. Не. Не знаю, где они. Вот они у меня. Я заказала 500 капсул. И марингу вообще я заказывала именно в качестве листьев. Я хотела их заваривать вечером или утром, там, ну, смотря как он будет отзываться, какие действия на него будут происходить. Это очень полезные листочки маринги. Очень нужные для нашего организма. Очень хороший аминосостав у него. Очень большое количество у него антиоксидантов. Очень нужная вещь сейчас для осени. Но я хотела именно заказать вот это, чтобы заваривать и пить это с их медом. Но я уже чувствую по тому, как трогаю пакет, что внутри там такая же пудра, как и ашваганда, и как амла. Угу. Все понятно. Все непонятно, да. Так, никак не могу и разобраться. Вот как у меня есть точно такая же зеленушка сайхёрб. Покажу после встречи своих запасах. Такая у меня есть зеленушка сайхёрб. Вот. Целая банка у меня была. Вот я уже год ее ем. Да, везде добавляю, и все она никак не кончается. Вот так и здесь чувствуется. Либо нужно будет какой-то вариант для нее искать. Надо будет почитать, как ее употреблять. Но я просто надеялась, что это будут листья, а не перемолотая пудра. Поэтому не думала, что мне придется ее так употреблять. Так, еще у меня здесь, пожалуйста, индийский мед. Вот такая маленькая баночка. Индийского меда я еще не ела. Попозже заварим чай. Даже вот открыть не смогу. Семеночек нет совсем. Попозже, уже ближе к вечеру, заварим чай. Будем пробовать. Ничего не написано. Нисколько сахара. Нисколько всего. Нисколько калорий. Ничего не написано. Написано только, что флора. Forest honey, то есть то, что это цветочный мед. И все. Но могу для себя сказать точно, что как бы такого вкуса меда я еще не пробовала. Он даже по цвету, видите, какой. Прям темный-темный. Он какой-то другой. Вообще. И не как у нас. И не как сайхёрба. Он какой-то другой. Но послевкусие у него хорошее. Для меня, правда, сладковат немножечко. Но послевкусие у него хорошее. Прям аж горло начинает чесаться. Такое ощущение, как будто бы чешется горло. Интересный мед, своеобразный. А это
Не поверите, вот такая вот маленькая коробочка стоит вот 1000 или больше 1000 рублей. 200 миллилитров всего лишь, 200 миллиграмм. Это масло кхи. Вы знаете, я такая же помешанная на масле кхи. Мне так хотелось попробовать, какое же все-таки в Индии масло кхи. Я была удивлена, что у них нет его в баночке. Мне так нравится, как оно на Ахёрбе в баночке приходит. Такое классненькое. Стеклянные баночки. Приходит. Такое вообще чудесненькое. А у них оно вот в таких пачках. Но мне очень хотелось попробовать, какое у них масло кхи. Поэтому я решилась и заказала его. Честно говоря, даже не представляю, что там внутри. Потому что... Не представляю. Перечу его еще. Я просто очень сильно хотела сравнить, какое оно. Ну, запах такой же. Почти один в один. Единственное, что за эти же самые деньги вы на iHerb закажете 368 граммов. И оно придет сразу в удобной упаковке для вас. И независимо от того, жидкое оно будет или плотное, в зависимости от времени года, оно вот всегда придет в баночке, да? И за те же самые деньги, да? И оно придет еще к вам через неделю. Не через 2 недели, не через 3, не через месяц, а придет через 2 недели. Индийское масло кхи, его, во-первых, будет 200 граммов, но это очень мало. Вот, конечно. Ну, по вкусу оно хорошее. Да. По вкусу оно хорошее, я не спорю. Даже такое какое-то помаслянистее, что ли. Ну, мы в каком-то другом видео, где я буду какие-нибудь вкусняшки готовить. Мы посмотрим, как оно расходится по сковородке. И что оно делает с продуктами. Обязательно с вами посмотрим. Не переживайте. На вкус оно мне понравилось. Вот. Так что сегодня у нас с вами было масло кхи. Мед. И моринга, которую я прогадала, потому что хотела, чтобы она у меня была листочками. Ну, ничего страшного. Не будет листочками, значит, будет в капсулах. Вот. Как бы. И все. Все ссылки на продукты, которые я сегодня использовала, и которые хербовские продукты, и которые продукты я покупаю на индийском сайте, я вам оставлю внизу. В описании, там ниже. Хотите, покупайте что-то в iHerb, если вам нравится. Хотите, заказывайте с индийского сайта настоящие индийские продукты. Можете использовать мой промокод, если вам нужна скидка. Вот, а я пошла заваривать чаи и пробовать по-хорошему новый мед. Все, желаю вам всем успеха. Удачи и до новых встреч в новом видео. Всем пока!